Мне позвонил человек, представившийся сотрудником безопасности банка, и объяснил мне, что на мое имя уже оформлен кредит, и для того, чтобы он не был выплачен мной, поскольку мошенники не совсем добросовестны, со слов этого сотрудника, сотрудники банка, могут получить этот кредит, а выплачивать придется мне. Таким образом, в течение буквально 3 месяцев я вносила средства, которые говорили, что надо еще немножко, чтобы вот там это все разрешилось. Вот. Но в конце, уже когда я сказала, что у меня нет куда взять, я заняла кучу людей, стала буквально мне угрожать, что если я не найду, то с меня снимут наблюдение, делайте что хотите. А таким еще манным способом они заставили продать мне квартиру. Пожалуйста, будьте бдительны, не ведитесь на заверение, что никому ничего не говорите. Сотрудники службы безопасности банка вам не будут звонить. Если такой звонок поступил, берите документы, идите в банк и выясняйте все это сразу напрямую там. Никаких милиционеров, полицейские тоже не будут вам звонить. Они пришли повестку или будут действовать по официальным каналам. Поэтому не оставляйте своих одиноко проживающих родственников без своего внимания. Интересуйтесь их жизнью и будьте бдительны, не ведитесь на тех самых. Вы привыкли доверять банкам, которые имеют нашими средствами, полицейскими, поэтому лучше перепроверить. Лучше, может быть, грубо ответить и потом извиниться, чем попасть в такую ситуацию.